Благодарю. Благодарю. Доброго вечора, ми з України. Дякую, Герман. Можеш виключити. Слава Україні! Слава нації! Слава Ісусу Христу! Треба казати навіки Богу славу. Ну, не все зразу. Не все зразу. Москва теж не вся згоріла, так? Спочатку крейсер, потім Москва. Так? Так сталося, що мої батьки і батьки моїх батьків розмовляли російською. І так сталося, що я зі Львова. Тому мене виховувала вулиця. Я розмовляв російською. І тому я до 18 років во Львові прикидувався глухонімим. Чтоб меня не отпиздили. Да. Вот такая вот интересная ситуация. И на самом деле я сюда переехал не потому, что боялся, что меня отпиздят украинцы. Нет, скорее потому, что я боялся, что меня придут спасать русские. Да? И тоже как бы в подвал бы я не спрятался. Ну, у меня 2 метра роста. Меня бы просто увидели, сказали: «Оу, нет, ты слишком большой, мы лучше вот этих 2 детей спасем». И я не против, на самом деле, я бы не против был бы. Поэтому точно бы ракета попала в меня, потому что как промахнуться, блядь, да? И я прям вижу, как русские солдаты подходят, и я почти-почти вот дышу уже, и они такие: «Фух, успели спасти его, да, наконец-то, фух». Имплантаты делаешь? Крутишь прям? Но. Ну, рассказывай. Ты покупаешься, но делается самая короткая. Подожди, подожди, ты как-то быстро проскочил. Абатмент ты забыл еще. Ты делаешь его индивидуальным? Да он опа. Ты не знаешь? Чаще всего да. Ты давно здесь? Первый день? Второй? Тебе друзья не сказали, кто я? Нет. Нет? Я тебя увижу. Я стоматолог. Смотри, смотри, еще фишку покажу. А есть в зале стоматологи? Нравится? А это еще мы не выступали, прикиньте, это очень круто. Давайте хлоп-хлоп и погнали. Слушайте, мы сейчас, когда шли сюда на площадку, встретили по пути какого-то туриста, судя по всему, и он такой: «Hello, do you speak German?» Я такая: «No». «Maybe French?» «No». «Chinese?» «No». И он, короче, распсиховался, что я не говорю ни на одном из этих языков, и ушел. И я подумала: а может быть начать с английского, полиглотты хуев, ну... Почему бы не начать с английского? Похлопайте те, кто уже давно в Словакии, кто знает словацкий прекрасно, есть такие? Прям прекрасно, да, знаете, говорите идеально, правильно? Да, похлопайте, еще раз похлопайте. Довольно много? Слушай, ну просто я сейчас учу чешский, очень нравится, живу в Чехии уже 12 лет. Да, учу чешский. И у меня одна подруга очень сильно запереживала. Она пошла давать своего сына в детский сад. Он не говорит на чешском. Она что-то распереживала, что, ну, потому что они дома не говорят на чешском, что надо его как-то его учить специально к готовить детскому саду. И воспитательница сказала: «Мол, вообще не переживай. Вообще, он там подружится с детьми, он его выучит самостоятельно, не переживай, специально с ним говорить на чешском не нужно». Мы забирали его из сада, шел дождь. И он выходит на улицу, там капельки капают, ну, то есть идет дождь, да, он ловит их ладошками, такой: «Мама, це шо?» А они казахи. Выучил, да не тот, блядь, да? Чей между зубами? А вы никогда не хотели ее как-то, ну, я не знаю, я думаю, да ты офигела. Ты как вообще с ним разговариваешь? Потому что гинекологу
Я сижу там что-то у него в кресле, он что-то копошится. Она говорит: Жень, а напомните мне, пожалуйста, вы в каком университете в Чехии учились? То у меня сыночка сейчас 11 класс заканчивает. Я думала, а может мы помолчим? Ну, я просто не очень люблю, когда люди говорят в меня. Ну, я ж не рупор. Представление «Хороший русский, мертвый русский». А у нас человек из России выходит. Вы же хлопаете, думаю я. Спасибо большое, ребят, спасибо. Очень приятно выступать. Ну, жестче всего в Польше, когда приезжаешь, просто это вообще пиздец, если честно. Они такие: человек из России, давай, блядь. Сейчас ты говна поешь на сцене, давай. И это просто как рассмеши комика, рассмеши зрителя. Они сидят, только смеются, когда они не могут не смеяться. Но давайте расслабимся. Все круто, все классно, хорошо. Давайте похлопаем. У нас как будто какие-то очень важные люди должны были прийти и не пришли, да? Но самый первый столик по центру свободный. Что случилось? Давайте немножко пообщаемся. Кто вообще... сегодня воскресенье, кто завтра отдыхает? Есть такие люди? Похлопайте, кто отдыхает. Два человека отдыхают. Вот это с тобой общались, ты айтишник, да? Да. А ты сколько, ты не работаешь по понедельникам? Нет, у меня каникулы. А, ты студент? Да. Ну, блядь, ладно, студент, понятно. Так, а вы тоже студенты? Нет. Но ты не хлопал, ты хлопал. Ты работаешь, но завтра выходной. Завтра я не работаю. А, ты руку сломал, да. Чтоб не работать. Да. Да, нормально. А чем занимаешься вообще? Продают билеты на автобус. Если честно сказать. А если набрать? А если бы ты вот сейчас с девчонкой сидел в ресторане? Ставки принимаю. Ставки принимаешь?